Ручей Сванидзе является притоком реки Сочи. Его длина 3 километра. Русло окружено четырьмя хребтами – Сванидзе, Иванцовским, Будунука и Прохладным. Ручей Сванидзе, начиная от устья, представляет собой каскад из множества невысоких водопадов, порогов и водоскатов. Самый высокий водопад находится на правом притоке ручья, немного выше устья. Высота его – шестиэтажный дом. В первых двух экспедициях была обследована нижняя и средняя часть ручья Сванидзе. В этом году пришла очередь самих истоков, отличающихся крутыми склонами и отсутствием троп. Время было выбрано не случайно. Именно в апреле еще не так заросли склоны после зимы, а водопады наиболее полноводны и лучше просматриваются. Ученые проделали долгий путь по горным хребтам и кабаним тропам. Геннадий Поплавский и Дмитрий Иванцов, проводившие экспедицию, признались, что устали от постоянных спусков и подъемов. В итоге ими было обнаружено и сфотографировано 53 водопада высотой от 2 до 8 метров. Таким образом, ручей Сванидзе по количеству водопадов уже побил все рекорды. Чтобы посчитать их все, нужно еще найти их на правом истоке и правом притоке.